Это иду я в 1:30 пришел. Думаю, они будут прямо к часу идти в школу. Но не хватило. Приходил в час толпа людей, а в 1:30 уже нет. Так что вот так вот. День тает на глазах. Не успели продрать глаза, а уже и к вечеру дело. Пришел с небольшого похода. Чича попросилась на улицу. Думаю, сразу сниму Чичу, а то вечно ее не застать. Сейчас она пообедает и ляжет отдыхать уже. Если и будет у нее поход, то в лучшем случае ночью, а может и аж завтра утром. Так что свет не выключали, так удивительно. У меня возникло такое подозрение, что вчера такие работы шли, это возвращали основные линии, это же передавали о том, что еще летом, что повреждены были там из 3 линий 2, и всех повесили на 1 линию. Но сейчас, видимо, разделили всех, это одно. Второе, дали в дома тепло и газ дали, то есть уже нагрузка на электросети намного меньше из-за того, что перестали, может быть, люди включать электрообогреватели. Ну, вот так вот, поэтому, может быть, из-за этого. Но в целом все тихо, люди занимаются делами. На почте был очереди почти нет, в столовой тоже не было очереди. Ну и еда передо мной закончилась. Так что не застанешь эту еду, то очередь, то ее уже нет. Поэтому будем сейчас заходить обедать дома. А всем желаю тихого вечера, мирной ночи, до завтра. Всем пока.